Зараз у Гомельской области пик сезонной захворываемости на острые респираторные инфекции. Еще тыдень, максимум два, и начнется спад. В регионе уровень захворываемости некоторый час тому был вышейшим за средний по краине. Зараз мы на пятом месте после нескольких областей и Минска. На какие респираторные инфекции частей хворают дети и дорослые, и об чем нагадывают медики, доведалася Марина Джалая. Конец студеня, початок лютого – звычайный час для подъема захворываемости на вирусные респираторные инфекции. Лечится, что зараз шостый тыдень уздыму. Тыдень тому наша область находилась на третьем месте по колькости хворых, зараз на пятом. Еще крыху и эпидсезон будет завершенным. Причем непосредственно штаммы грипу региструются у одинковых выпадках. У основном циркулируют парагрипп и аденовирусы. Темп заболеваемости он уже снизился по области. И я думаю, что уже после стабилизации пойдет снижение заболеваемости. Поводов для беспокойства нету. Эпидситуация контролируемая и спокойная. Да, есть сезонность. Мониторинг проводится учреждение образования на, в плане отсутствия учащихся и соблюдения правил личной гигиены, потому что острые респираторные инфекции и грипп в том числе передаются не только воздушно-капельным путем, но и контактно-бытовым. У того, что зараз пик захворываемости на острые респираторные инфекции и грипп, на прикладе этой детской поликлиники поверить складано. Пустельные коридоры и только редкие пациенты. На початку тыдня было больше шматлюдно, але без особливых чергов. У Гомельской центральной городской поликлиницы обслуговывается маль 19 тысяч детей. Зараз, кажут педиатры, частей хворают на вирусные респираторные инфекции подлетки во возрасте от 14 до 16 годов. Дети, которых от гриппу прищепили, перед сезонных захворываний переносит стойко, а коли хворают, то в легкой форме, без ускладнений. Усяго вакцинации тут охапили прикладно половину детей. Какова ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в вашей поликлинике? Был ли пик заболеваемости и когда планируется, что будет уже спад? В нашей поликлинике обслуживается более 18 тысяч детей. На данный момент ситуация с подъемом заболеваемости невысокая, в принципе, можно так сказать. В основном это легкие случаи ОРИ, банальные. Да, конечно, регистрируются единичные случаи гриппа, и лабораторно они подтверждаются у нас, но это, как правило, не тяжелые случаи, никаких осложнений у нас нет по детству. То есть, в принципе, все стабильно, спокойно. И все ж специалисты не стомляются нагадывать, что при наявности симптомов гриппа альбо вирусной инфекции треба обовязково свертаться до врача и выконывать все призначения. Такие хворобы небеспечны ускладнениями, тому самолечением займаться не варто. Будем сподеваться, что хутка от усих сезонных вирусных захворываний застанутся одни успамины, бо у поветры уже весна, а весна – час для хвороб не подыходящим. Марина Джала, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».